Здравствуйте, случайные зрители и подписчики моего канала. Сегодня я расскажу о мероприятиях открытия сезона, весеннего сезона 2021 года на Финском заливе. Многие подвохи, которые живут у нас в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, промышляют тем, что по весне, как только открывается лед, едут именно на этот водоем. И именно на этом водоеме встречаются вот такие вот крокодилы. От 1,5 до 12 килограмм. Вот такая вот красота. Вы спросите, почему я не стрелял? Ну, она, наверное, была мелкая, 2-3 килограмма. А под водой она кажется, конечно, еще больше. Продолжаем исследовать эту территорию. В этот день был мутняк, и нужно было найти прозрачную воду. Я проделал в течение 40 минут ходку на ластах и наконец-то нашел очень хороший прозрак. Под стволом у меня фонарик Poppy Magic Shine на 50-м диоде, а в левой руке XHP-70, знаменитый фонарь китайского производства. Меня это устраивает. Обратите внимание, кто здесь встречается. Да, огромное количество ротанов, просто огромное, а еще и огромного размера. В этом водоеме встречается щука довольно крупных размеров, но в этот день почему-то ее не было. Вот щучка, пожалуйста, тоже. Где-то на трешку. А на видео и не скажешь, что эта щука была около 3 килограммов. И она тоже убежала. Котлеты отменяются. Посмотрите, какой изумительный прозрак в этом месте. Но как подумаешь о том, что нужно еще преодолеть в течение часа 1,5 километра на ластах в обратную сторону до машины. Мурашки по коже. Опять обитатели, опять щука, опять на 2-3 килограмма. И опять мы ее не берем и отпускаем. Пусть живет. Это был Финский залив и ваш голос за кадром. Ждем следующих видео. Ну, это совсем малыш. Маленький-маленький. И именно в этот день, кроме меня, больше никто никого не видел. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.